В Аведёпольском районе 50-летний одессит арендовал дом, в котором оборудовал мощную нарколабораторию для изготовления амфетамина с целью сбыта по всей Украине и за ее пределами. Для изготовления психотропного вещества человек привлек 29-летнего специалиста из Черкасской области, а для ее распространения 48-летнего жителя Одесской области. Злоумышленники были задержаны после изготовления первой же партии наркотика. Во время спецоперации правоохранители изъяли амфетамин, прекурсоры, лабораторное оборудование, растворители, весы, упаковочный материал, черновые записи, банковские карты, телефоны и прочее. Кроме того, более 2 килограммов марихуаны было изъято у водителя преступной группы. Вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. 3 правопорушников, которые безпосередньо причетны до функционирования лаборатории, затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відповідно до частини 3 статті 307 Кримінального кодексу України, їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.